Всем привет! Вчера уже гонял я в эти места за опятами. Ну, раз грибы прут, сегодня с утра вот решил еще с друзьями кататься. И еще пособирать немного на зиму хороших маленьких опяточек. Думаю, что-нибудь найду, потому что вчера я где-то набрал около 8 ведер. Так что ищем грибы. И вот только-только зашел в лес. Как видите, первые опятки попались. Вот смотрите, вроде небольшой пенек, а уже вот так вот опята выросли. И уже такая вот красота из них получается. Прям сразу же недалеко от того пенька еще один попался, но этот мелкий. Но все равно будем резать. Вот еще опята. Вон, смотрите, как спрятались. Прям в глубине самого пенька растут. Вот, чем мне нравятся опята, даже если небольшие семейки, но зато смотрите, как они красиво растут. Прямо аж глаз радуется. Вот так вот идешь, идешь по лесу. Раз. И вот такой вот пенечек попадается. Сегодня я в лесу ненадолго. Еще покажу полчасика и будем собираться домой. Потому что сегодня выходной, дома дел по горло, еще надо вчерашние грибы, там 8 ведер этих обрабатывать. А сегодня у меня спецзаказ был от мамы, надо было ей набрать коровников. Но я все равно не смог удержаться. Хожу и вот так вот, такие вот опятки собираю. Вот, только заехали, скажем так. А вот, друзья, чего не ожидал найти, так это белые. Вот, смотрите, рядом парочка растет. Вот. Они в этом бару, кстати, редкость. Чистенький. Вот. Это вообще шикарно. Я даже не ожидал. Так что все. Сегодняшний план у меня полностью выполнен. Ну вот и все, друзья. Часок по лесу побродил. Маленько отдохнул, нашел пару белых, чего вообще не ожидал. Набрал вот половину пакета там опят. Так что все классно, едем домой. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых видео. А вот это вот, друзья, проезжаю вчерашние свои места, где накосил 8 ведер. Смотрите уже тут сколько народу понаехало. Сегодня суббота, вчера была пятница. Ну вчера вообще удачно я успел съездить.